сразимся с ним в следующий раз, потому что патронов мало, а убивать его очень трудно. Давайте возьмем аптечки. Да, тут каждый раз, как ты убиваешь Немезиса, будут появляться всякие ништяки от него. Итак, вот он, полицейский участок из первой части. О, из второй части. Статуя парящей богини. Двери заколочены. Проход забаррикадирован. Тот же компьютер. Так, патроны давайте возьмем. Пишущая машинка. Все осталось на своих местах. Это карта полицейского участка. Этот терминал управляет системой безопасности. Я могла бы включить его, будь у меня карточка Stars. Но карточки у нас нет. У нас всего одна открытая дверь. Кто-то перевернул здесь все вверх дном. Здесь на патронах, значит, ничего нет. Оп. Ух ты, какой-то резвый. Какой быстрый-то. Ладно. Какие вы быстрые-то все, а? Так. Разбежался-то. Готов. Попаду к нему. Ах, не успел. Тварюга-то такой. Лежать. Так. Он лежит головой, шевелит. Тебя трогать не буду. Это офицер Марвин Буранг. Он был убит зомби. Он что-то держит в своей руке. Доклад Марвина. 24 сентября. Поступило сообщение о том, что утром в здании муниципалитета совершена кража. На главных воротах повреждены часы, украшенные драгоценными камнями. 2 из 12 камней пропали. В связи с нехваткой офицеров я вынужден прекратить расследование этого дела. Подпись Марин Бранок. 26 сентября. На основании результатов вскрытия тела 42-летнего владельца ресторана я обнаружил, что у него был один из пропавших камней. Очевидно, что мужчина пришел в полицейский участок примерно в 10 часов утра в поисках убежища и был застрелен через 10 минут после появления симптомов. Так как в настоящее время город находится на военном положении, мы вынуждены отложить расследование этого дела. Камень остается у нас в качестве вещественного доказательства. Подпись Марвин Бранок.
полицейский, который был в начале первой части. Здесь нет ничего особенного. Так, ну отлично, давайте. Идем дальше. Вот и синий камень, про который писал там в докладе. Синий сапфир. Закрыто на простой замок. Закрыто на кодовый замок. Так, а кода у нас пока нет. Так. А, дернулся не в ту сторону, блин. Да чтоб тебя, а? На. И этот сдох. Так, он стоит еще. Так, рассечая лента. Давайте не будем брать. Похоже, здесь недавно что-то произошло. Взять предмет, карточка Stars. Карточка Stars. Фото с Джилл. Нашли свою карточку. Пустые банки из-под колы и прочий мусор. Отлично, патроны для дробовика взяли. Камин не представляет интереса. Так, а здесь нету, как во второй части, патрончиков в углу. Ну ладно. О, сколько у вас там? Дробовик, наверное. А, не успел. Ладно. Давайте подходите еще. Как бы это сделать так поэкономней-то? А, все сдохли, что ли?
Так, а здесь только красная трава. Мы зря патроны потратили. Жесть. Красную траву брать не будем. Так, у нас есть карточка. Давайте сбегаем к терминалу. Для персонала Старс. В целях безопасности ключ от офиса Старс был перемещен в комнату хранения улик. Пароль для сейфа на сегодня 4312. Взят предмет ключ с эмблемой. Здесь выгравировано Старс. Чучело стоит. Бумага и другие офисные принадлежности. Записка Дэвида. Я схожу с ума. Вчера мы потеряли еще одного человека, Майера, одного из лучших снайперов. Когда зомби набросились на нас, он увидел, что я запаниковал и вернулся, чтобы меня спасти. Но я сбежал, когда прошло время вернуть долг. Я все еще слышу, как он зовет меня. Слышу его крики, звук плоти, отрываемый от костей. Я был напуган, я был в ужасе. Сегодня 27-е. Борьба за жизнь продолжается. Я прикончил нескольких зомби, которые прорвались через баррикады. Я согреваюсь с помощью виски и разряжаю свой... Непонятно, что там написано. В нежить. Этот дробовик стал моим другом. С его помощью я пустил на удобрение уже многих зомби. Вчера мы потеряли 13 человек. Через 3 часа в комнате для совещаний мы начинаем ссориться по пустякам. Это просто пустая трата времени. Когда я допью эту бутылку, мой друг Мосберг пустит на удобрение еще одно тело. Наконец-то я обрету покой. Не могу дождаться этого момента. Так, понятно. Что-то выбросить.
карточку. Сапфир. Еще перемешаем патроны для пистолета. Да что ты застрял-то? Давайте сделаем патроны для пистолета. Ничего интересного. Но здесь мы, как помним, проявляли пленки во второй части. Вот. Так, теперь нам наверх. Ходит тут. Готов. Толстяк. Воу-воу-воу-воу. Готов. Да, чтоб... О, у вас там еще и... Нет. Да, чтоб тебя. Ай-яй-яй. Не успел. Все. Готово. Отлично. Дверная ручка поворачивается, но дверь не открывается. Она заблокирована с другой стороны. Как и во второй части в эту дверь не зайти? Так, здесь у нас была во второй части головоломка. В этой части нам это делать не предстоит. Статуя бога, держащего свою душу. Дверька заколочена. Больше здесь ничего нет такого. Вот мы в офисе Старс. Взять предмет отмычка. Отмычкой я могу открыть простые замки. Мы уже два раза встретили простой замок. Это на улице там дверь. И в комнате хранения. Это стол Криса, члена группы Старс. Беспорядок на столе вполне соответствует характеру своего хозяина. Устройство связи, оно не работает. Я не могу послать сообщение отсюда. Это стол Ребекки, новобранца группы Старс. Отлично, медспрей. Взять предмет Магнум. Отлично, друзья. Магнум. Ты что?
SWV M62-9C, револьвер из нержавеющей стали, классический тип, с противовесом для уменьшения отдачи. Стреляет патронами 44-го калибра. Круто. Патроны для пистолета. Это стол Барри, члена группы Stars. Он на столе лежит антикварное оружие. Это стол войска капитана Stars. Повсюду различные трофеи. На одном из них написано лучшему снайперу Крису Редфилду. На этой полке нет ничего интересного. Факс из оружейного магазина Кенда. Парням из Старс, у меня для вас хорошие новости от моего брата. Для вас... От брата... Дао. Он закончил работу над новым пистолетом. Модель M92F Special. Он называет ее клинок самурая. Это самый сбалансированный из всех пистолетов Кенда. Если вы промахнетесь по цели из него, то вы заслуживаете носить в кобуре не пистолет, а погремушку. Товар будет доставлен вместе с документацией. Уверен, вы будете удивлены, когда увидите, из каких отличных деталей изготовлен M92F. Я знаю, вы захотите поблагодарить тех добрых людей, которые сделали его. С уважением, Роберт Кенда, оружейный магазин Кенда. Не работает? Да чтоб тебя, не работает, я понял уже. Все, возвращаемся назад. Так. Что-то кто-то разбил. Оба-на! Так, пока я не готов с тобой. Погоди минутку. Попробуем с ним сразиться. Пока уберем. Мужик уберем. Аптечка. Что еще у нас тут? Все, наверное, пока что. Что, давайте попробуем. Опа. Не успел вернуться. Так, сколько у нас там? Еще патрончик. Отлично. Долбим. Ты козел попал. Все, опа.
последний патрон, блин. Воу-воу-воу-воу. Вставай, 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 Джилл, вставай. Бегом. А! Вставай, Джилл. Черт. А вот это уже жесть. Фу. Ребята, мы сделали это. Жесть. Взят предмет Игл, часть А. Часть оружия, прицел и затвор. Оружие невозможно собрать только из этих частей. Что, друзья, первая битва была... Фу. Каждый раз, когда... Вот сколько времени прошло с выхода игры вообще... Вот, я в детстве играл в нее. И вот до сих пор, когда появляется Немезис, у меня аж... жарко становится. Так, убираем. Это все убираем. Патроны у нас везде кончились. Берем ножик, берем отмычку. Ну и давайте пойдем откроем шкафчик там. Сваливаем отсюда.